Степу. Предприятие «Искэс» примет на работу кондуктора. За справками обращаться в отдел кадров. Телефоны 68-02-50 и 68-02-72. А то хоть вчера для гостей, вот это, извини, конечно, свой кофе надо. Да я помогу, я меня пустотенцы просто для них попробую. Я тебе могу помочь. Нет, я тебе говорю, у меня пустотенцы тебя будут. А? Нет, ну я подрабатываю только. Мне просто этот, мы закончили вчера, позавчера. Все сегодня должны принять. И к 11 надо ехать уже на Майскую, за деньгами. Ну, я говорю, да. Короче, возле офиса это, запомнил его, да. Трамвайная ТПО. Короче, до того, что 4 рука. Ну, это надо на двоих, так что... Что, сможешь подъехать? Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка, улица Магистральная. Вот, еще чуть-чуть повыше. Вот они самые. Да, я упарю, лечу. Обнаружение бесхозных предметов в транспорте, просьба сообщить кондуктору или водителю. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Южная автостанция.
осторожно. Двери закрываются. Следующая остановка. Хозяйственная база. Уважаемые пассажиры, во избежание падения держитесь за поручни. Сквер имени Алексея Титова.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – завод минеральных вод. Следующая остановка – улица Московская.